Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Erzone Game. И 18 числа этого месяца и этого же года в Steam появилась игра Days Gone. И 22 числа прошли последние обновления к этой игре. То есть игра появилась в Steam и теперь доступна для владельцев Steam аккаунтов и, в общем-то, ПК-версия. Эту игру я не играл, естественно, и вот хочу сейчас ее попробовать посмотреть, что она из себя представляет. В этой игре очень много продолжительных кат-сцен. И их пропускать нет смысла, потому как там идет обучение и какое-то краткое повествование того, что будет происходить в игре, и начальная завязка сюжета. Поэтому ее придется посмотреть. Ну а потом, впоследствии, по истечению вот этого вот промежутка кат-сцен обучающих, мы подключимся к игре и уже будем обсуждать, смотреть, что она из себя представляет. Ну давайте смотреть. Жар. Нож, похоже, задел почку. Рана загноилась. Как дела, сестренка? Как глупо это все. Ребенок это... Был маленький ребенок. С большим ножом. Эй, помоги мне. Давай. Ну-ка. Давай. Там дома. Надо скорее отсюда валить. Нам нужно на крышу. Посигналь какому-нибудь вертолету. Эй, стойте, стойте, она ранена. Что с ней? Она не... Короче, она не как эти, ножом прыгает. Я больше не подниму. Ладно, слушай, О'Брайен, если ее не доставить в больницу, она умрет. Но больниц больше нет. Ой, да ладно, как это нет? У вас же врачи, приемные, мобильный госпиталь. Да я только что окончил колледж, я волонтер, меня тут и быть не должно. О'Брайен? Ладно, черт, у меня место еще только на двоих. Как это на двоих? У нас перегруз, ясно? Я могу взять двоих. Ну ладно, давай, помоги мне. Ну, родная, потерпи, ты поправишься. Я держу. Эй, я вернусь за тобой. Так, Бухарь, пошли, нам надо вернуться. Стой, стой. Нам надо в вертолет. Я его слышал. У него-то место на двоих. Иди. Будь с ней. Я справлюсь. С нами ведь и похуже бывало. Так? Да уж, бывало. Куда вы летите? Что? Куда летите? Лагерь беженцев на запад от трехпалого Джека. Послушай, Бухарь без меня точно пропадет. Потом вернешь. Ты с нами? Потеряли. Ничего, догоним. Так, стоп, мотор выруби. Черт, она жива. Альварес. Альварес. Эй, Альварес. Что случилось? Скажи, кто это был? Упокоители? Леон.
Это был... Сука ты, Леон. Погнали. Но вряд ли много. Сейчас будет. Куда он делся? Тут ничего нет, кроме фриков. Может, я ошибся? Может, он не с Коуплендом спелся? Нет. Леон давно толкает краденое Коупленду. Вот оно и аукнулось. Стой. Погоди-ка. Черт. Ладно, ща глянем. Стоп. Вот. Пошли сюда. Охренеть! Ложись! Обыщи его. Истечь кровью? Да уж, это жуткая смерть. Медленная, мучительная. Но тебе ли об этом не знать, да, Лёнь? Она еще дышала, когда мы ее нашли. Не хватало еще тратить на нее патроны. Не-не, притормози. Где тайник, Лён? Скажи, и тогда обещаю не пожалеть для тебя пулю. Хотя тебе и так недолго мучиться. Видишь ли, тут небольшая проблемка. Они чуют запах крови. Прямо аж оттуда. Интересно, каково это, а? Рвут на части. Жрут заживо. Скоро он это узнает. Пошел ты. Прощай, Леон. Нет, стойте! Ладно, не надо. Я все отдам. Берите. Где? На кладбище. На старом кладбище. Спасибо. Ты обещал! Давай. Не бросай меня тут подыхать. Давай! Лживая ты, паскуда! Давай. Такер захочет доказательств. Ты поступил правильно. Нельзя бросать людей на съедение фрикам. Даже таких гнид, как Леон.
Сейчас что-нибудь сдерем с его байка. Нет, мать твоя. Ах ты, сволочь. Если ты не обоссался, значит бензобак. Бензонасос. Сука, Леон прострелил мне бензонасос. Глянь, есть чего взять с его байка? Не, хлам. Короче, давай вернемся на гору Улири. Там заночуем, найдем насос и вернемся сюда. Нет, у меня идея получше. Насос поищем прямо тут. Чего? Ну, автозапчасти Крейзи вылез. Туда и поедем. О, нет. Все равно мы вылезли за припасами. Чего бы там не посмотреть. Ну что, ладно. Эй, что там Леон тебя всучил? Ну это вроде как карта. Как заберем мой байк, надо съездить на кладбище, поглядеть там. Ага, ну хорошо. Завтра берем препараты, отвозим к Токеру, получаем награду за Леона, а там пора на север двигать. Ха, а ты думаешь, на севере лучше? Неважно. Все равно будет лучше, если мы отсюда свалим. Погоди, там впереди не проехать. Осторожно. Я такое уже видел пару дней назад. Грузовик поперек дороги. Упокоители поставили. Помоги-ка сдвинуть. Толкай! Он где-то в тех кустах! Думаешь, тебе что-то светит? Какого хрена? Они думают, что круче нас! Да ладно, мы почти на месте. А, мы подъезжаем к старому блокпосту Неро. Уже почти. Черт, ты это серьезно? Дай-ка дробовик, я пойду вперед. Да уж, не слабо они здесь и копались. Ну и много им это дало. По мне, так лучше в гробу лежать вместе с первопроходцами. Ну да. Ну ты глянь, а. Какие же все-таки тупорылые. Ну о чем думали-то? Мистер Федерал, можно мы тут посидим, пока не придет Орда и не сожрет нас потрохами? Хреново подыхать в такой душегубке. Что, чуешь? Ах ты. Вон там. Поехали отсюда. Погоди, сколько у тебя молотовых осталось? Слушай, давай на обратном пути. Не. Черта с два. Твою мать, да ты их приманиваешь. Ну вот, пожалуйста. Он уже сдох. Ты мне дробовик сломаешь. Ага. Точно.
опять туда намылился. Ты это о чем? Об этом лагере беженцев. Ты как туда соберешься, на тебя сразу находят. Что находит? Ты не виноват в ее смерти. Заткнись. Если бы ты сел под вертолет, ты бы погиб вместе с ней. Только и всего. Я сказал, заткнись. О, черт! Еще один трофей. Вот так. Здесь на байке не проехать. Иди в служебный тоннель. Может, получится расчистить дорогу с той стороны. Ладно, только свети тогда в эту сторону. Господи! Сигналка. Иди. Ну извини, я не нарочно. Мало боеприпасов. Ага. Еще гнездо. Сколько там молотовых осталось? О, ты последний взорвал. Есть из чего новых набодяжить? Да, есть. Я сейчас, быстро. Вот так. Готов? Вот они! Давай, погнали. Да, сейчас, секунду. Я подумал насчет того, что ты сказал. Про север. Я к тому, что тебе надо уехать отсюда. Привести мысли в порядок. Давай, утром заберем награду и поедем тогда. Ну вот, братан, другой разговор. Ты хотел фрик-шоу? Черт. Прямо киша. Задумал. Походу, мысль хреновая. Ты просто гони прямо насквозь. Собери себе на хвост, сколько сможешь, а я, типа, потихонечку зайду следом, найду гараж. Черт. Быстренько откопаю там бензонасос, ты меня подхватишь, и мы валим. Еще подстрелить успею парочку. Ты точно на тот свет хочешь? Я же сказал, не сегодня. Налетай, гады вонючие! Я здесь, будущее!
долбаные шакалы. Давайте, валить отсюда, засранцы! Будет вам проблем. Ну и да, друзья, проблем действительно не будет в том случае, если мы будем вести себя тихо. Игра предлагает нам два варианта. Вариант стелс режима и вариант активного режима. В общем-то, выбор, наверное, остается за вами. Не всегда есть возможность атаковать огромное количество, ну, по крайней мере, на начальном этапе нет такой возможности на начальном этапе атаковать огромное количество вот этих вот зомбей. Есть вот такие вот маленькие детки, крысята такие вот бегают. Они вообще, в принципе, безобидные. Они очень редко нападают, в основном разбегаются и очень быстро откисают. Ну, а прочая нечисть здесь, конечно, немножко посерьезнее. Но все равно она как бы побеждаемая. Ну и игра вот в этот момент предлагает нам немножко попробовать себя после того вот ознакомления. Помните, мы шли по тоннелю, да, там зачищали гнезда, били этих вот зомбей. И вот сейчас игра между продолжением дальнейшего повествования, еще дальше будет огромное количество катсцен. Игра дает нам немножко познакомиться, пощупать то, что надо сделать. Ну, а основной принцип — это лутание. Лутание такой не сложный крафт, я бы сказал, и, в общем-то, зачистка вот этих вот очагов, где находятся сами зомби. Это так называемые гнезда, которые мы будем сейчас зачищать. На данный момент мы знакомимся с тем, как надо что делать, в общем-то. Можно, как вот я сказал, атаковать зомби, вот как я сейчас этим занимаюсь. В общем-то, их здесь не очень много, там 3-4 особи. И их можно одолеть вот таким вот оружием, которое подбирается. Но оружие вот это вот подборное, не основное, оно очень быстро кончается. В общем-то, вот уже, видите, я троих зомби побил, уже практически половина этой палки у меня сломалась. Далее нам надо зачистить все гнезда. Там, ну, точки разные, гнезд тоже очень много бывает. Ну, здесь 3-4 гнезда надо зачистить, и будет дальнейшее повествование, и линейка будет дальше продолжаться. Еще очень много-много диалогов. Но вот пока, как я сказал, игра дает нам возможность зачищать, познакомиться с игрой, познакомиться с механиками. Ну, и то, что вот я сейчас зачищаю гнезда, в общем-то, это даже заслуга не моя, а именно вот этой повествовательной линейки. Если вы помните, напарник мне дал вот этот ствол. С этим стволом можно вот так вот легко зачищать эти гнезда. Потом он у меня этот ствол заберет, и это будет уже не так легко. Как я и сказал, это такое вот начальное повествование. Игра дает вам ознакомиться и посмотреть, как все здесь вообще происходит. После зачистки вот этих вот гнезд, туда можно зайти, когда все прогорит уже основательно до пепла, и там будет какой-нибудь очередной бонус. То есть зачистили гнездо, получите какой-то бонус. Бонусы в виде каких-то супер лекарств, еще каких-то уникальных там предметов в игре, которые просто так везде не разбросаны. Ну а выглядит это вот таким вот образом. Заходим уже на распепеленное место, и там будет стоять такой то ли сейф, то ли холодильник. Я чуть не особо пойму, что это такое. Но, тем не менее, проверять эти места надо, потому что, ну, другого такого лута нигде больше не найти. Надо сказать также, что и не во всех гнездах бывает вот такой вот сундучок или ящичек, который вот вознаграждает вас за зачистку этого гнезда. Еще могу сказать, что вот с первых минут игры видно невооруженным взглядом нечеткость анимации в игре. То есть он подбирает предмет, предмет может, например, стоять справа, а он рукой делает слева. Точно так же он взаимодействует со своей техникой, с мотоциклом, тоже не очень ровно и уверенно. В драке тоже бывают какие-то непонятные ситуации. В общем, по анимациям есть, конечно, какие-то претензии к этой игре. Мне кажется, можно было бы постараться сделать это более красивше. Ну, а, в общем-то, вот есть то, что есть на самом деле. Ну, и вот мы зачищаем последнее гнездо. Из гнезд выскакивает абсолютно разное количество зомби. То 3, то 5, то хрен знает как. Ну и все. Надо сказать, что зачистка гнезд — это основной вид заработка очков прокачки. Как вы видите, за это вот и начисляется основная масса. Можно бить зомби, за них тоже, за каждого зомби дают какое-то количество очков. Потом с них же еще автоматом идет лут. Уши, в основном уши срезаются, уши зомби. Ну и, в общем-то, наверное, с зомби больше ничего не падает. Есть еще животные, но это мы потом увидим. Ну и вот, как всегда, как я и говорил, вот ящичек. Берем какой-то уникальный лут. Ну а дальше опять продолжаются катсцены, которые будут еще на протяжении какого-то времени. Поэтому давайте их смотреть.
Бухарь, слышишь? Нашел я насос. Выезжаю к шоссе. Дик! Упокоители! Упокоители! Нет! Черт! Упокоители? Бухарь, ты меня слышишь? Черт! Держись, я сейчас буду. Твою мать! Упокоители! На твоих руках набиты символы мертвых! Символы заблудших! Пошел ты! Вы суки! Байкер! Ты должен покориться, Байкер! Ведь ты заблудший, но мы поможем! Мы покажем тебе путь! Путь! Мы поможем! Ты не найденный. Покорись. Ты покорись. Покорись. Эй, я здесь. Отвалите от него, ублюдки. Ну вот вам. Давай. Бухарь, прикончил. Все. Давай, все, уходим. Твою мать! О, боже. Да, твою мать! Ну-ка, вставай. Да сам я. Да, ну-ка, вставай. О, покорить. Навалить. Как будто меня ждали. Сука! Их не видел. Как навалились. Так. Рука. Не смотри. Охренеть. Бухарь, не смотри. Не смотри, говорю. Садись уже! А, черт! Подожди-ка здесь, а я пойду осмотрюсь на всякий. Ну вот еще. Я на боковую. Вроде все на своих местах. Че? Да тут и красть-то ничего. Койка, я по тебе скучал. Вот он кайф. Я пойду за байком и найду, чем тебя подлечить. Справишься? Не оставляй там мой байк. Да не, не-не-не, я пешком туда метнусь, пока не стемнело. Эй, у меня там патроны есть. Они в ящике, у двери. Спасибо. Эй, ружье оставь. А Бухарь? Ну ладно, держи. Спасибо. Я... Без него просто как голый. Бухарь, ты не спишь? Не сплю. Чего там? Тут кто-то шныряет вокруг берлоги. Чего? Кто шныряет? Не знаю. Я прослежу за ним. Может, он не один. Отбой. Нашел что-нибудь? Как я и говорил. Те намады на байке, которых мы видели, у них недалеко отсюда логово. Да ну? Серьезно? Хорошо обустроились. Какая-то типа караульная вышка, забор, все дела. Приходи и бери. Ну чё, неплохо. Как стемнеет. Нагрянем туда, убьем этих козлов, и можно праздновать новоселье. Шустрый ты, у них небось пушки. Да ну, один там еле живой. Мы их уделаем. Кто еще кого уделает? Ah!
это последний. Значит, выследили нас. Уроды. Не суйтесь к нам на гору Олири. Бухарь, я нашел их лагерь. Просто какие-то уроды хотели прибрать к рукам нашу берлогу. Ну, одно к одному. Все-таки пора перебираться на север. Сначала руку твою подлечим, а потом уже будем об этом думать. Я пошел за байком. Конец связи. Байк исчез. Блять! Коплен, твою мать! Эй! Ты из лагеря Копленда! Куда вы дели мой байк? Эй, стой! Подожди! Черт! Я твой байк не трогал! Клянусь! Да не буду я тебя убивать! Не беги ты, придурок! Спроси у Копленда! Я ничего не знаю! Эй! Мне просто нужен мой байк! Я ничего не делал! Ну, говнюк, нет, все-таки знаешь, я буду убивать! Бухарь, слышишь? Да. Ты забрал байк? Нет. Люди Копленда добрались до него первыми. Я пошел в его лагерь. Конец связи. Открывай! Открывай! Это я! Рейнольдс! Да ты... Открывай! Какой ты козел украл мой байк! Про это я ничего не знаю. Поговори с Мэнни. Хорошо. К нему-то я и пойду. Привет, Мэнни. Привет. Давненько тебя не видел. Ну, или просто не заметил. Все пошу, а меня за это кормят. Да, лагерная жизнь. Лагерная жизнь. Слыхал о такой книжке «Дзен и искусство ухода за мотоциклом»? Не, как-то никогда времени особо не было на книге. Ага. А я тогда в своей мастерской всех механиков прочесть заставил. Механик должен обрести равновесие духа. Вот поработай голодным, мигом дзен обретет. Я тут ищу байк. Да? О, не-не-не-не. Этот не бери. Почему? Ну, его только привезли. Какой-то урод сиволапый его бросил. Он весь ржавый. А уж как его ушатали, голову бы за такое оторвал. Да неужели? Ну да, а как? Это уже дрова. Мы его только что разобрали. В нем даже бензонасоса не было, а пригодился. О, даже бензонасоса? Типа такого? Понял. Типа такого, Мэнни? Я понял, понял. Когда я сказал «урод», я имел в виду того урода, который его пригнал. Знаешь, мод хреново привязали. Короче, он всю дорогу болтался в кузове, прям Дик, как... на пару слов. Я тут Леона жду. Да? Он мне вез кое-что. Неужели? Нам тут очень нужны лекарства. А, Леон. Такер сказала, что он просто сбежал. Короче, найдешь его тайник, неси все мне. Мне, Дик. И тогда, ну, проси, что пожелаешь. Мой байк, который твои люди украли и разобрали. Его просто нашли на дороге. Ладно. Ладно, я это учту. Классный кипарик. Чего? Вот этот. Слышь ты, никогда да не... Да нет, Ди. У Леона был такой же. Ком, богом клянусь, я... Заткнись. Хочешь торговать в моем лагере? Будь добр на меня поработать. Коп! О, черт. Ладно. Раз уж я здесь, что тебе надо? Вот так-то лучше. Какие-то козлы нападают на моих добытчиков. Засели на радиовышке к западу от Алирии. Это же в твоих краях? Вообще-то нет, но... Я разберусь. Не сомневаюсь.
Ну и вот, наконец-таки закончился еще один блок катсцен. Как вы могли заметить, есть катсцены и отдельные, есть уже и вшитые прямо в геймплей, когда идут диалоги между его другом или еще какими-то персонажами. В общем, вот таких вот катсцен и вшитых в геймплей диалогов очень и очень много. В дальнейшем придется их глушить, потому что он очень много общается с другом, с радио, там еще и радио будет в дальнейшем. Это, конечно, катастрофически все влезает в игру. Хотя, когда не общаешься с кем-то еще, а просто сидишь и играешь, это прикольно. Ну, так или иначе, мы вот пришли в лагерь. Таких лагерей будет много. И от взаимоотношения между лагерем и персонажем будет много что, в общем-то, в игре меняться. Таким образом, мы можем прокачивать свой авторитет в одном лагере или в другом. В дальнейшем мы это тоже увидим. У вас будет выбор, куда отвезти какой-то интересный лут или с кем взаимодействовать, у кого взять работу. Ну, и, естественно, доверие того лагеря будет прокачиваться. Лагерь выглядит вот таким вот образом. Здесь есть торгаши, у которого мы за некие кредиты можем приобретать какие-то вооружения. Или, например, вот как вот у этого механика, можем прокачивать свой мотоцикл, который по сюжету нам раздолбали. Ну, пока вот, наверное, вот так, потому что прошло очень много времени, а по сути мы смотрели только одни катсцены. Игры как таковой мы посмотрели чуть-чуть, вот когда зачищали эти гнезда зомбей. А так вообще играть пока вообще не во что. Просто ты как-то участвуешь вот в этих вот катсценах, вшитых или интегрированных, но игры как таковой пока нету. Поэтому саму игру, наверное, рассмотрим в следующей серии. Ну, а на этом предлагаю закончить. И увидимся, наверное, в следующей серии. Так что играйте, получайте удовольствие. Ну и всего вам доброго.